Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Baby, я тебя люблю, почему не найдем? Это, наверное, я полюбляю, но осталось прям тут. В своем казане, не знаю, вижу, не помню. Какой нам стоит, так и тебе так зовут. Baby, я тебя люблю, почему не найдем? Это, наверное, я полюбляю, но осталось, что я был. Я тебя люблю, надеюсь, но вижу, не помню. Какой нам стоит, так и тебе. Молодец. Класс. Очень интересная музыка. Красивая, и голос шикарный. Baby, я тебе... Ну, красивый тембр голоса, ребят. Очень красивый, да, красиво голос звучит. Молодец. Вот здесь написано, что это ускоренная версия. А-а-а. Давайте слушаем дальше. Интересно, красиво. Ребят, что я скажу? Очень красивые голоса, ребят. Тембры очень красивые. Стильный, современный. Кажется, здесь один артист. Трек. Он, по-моему, голос меняет. Голос меняет. Классно, да, да, красиво. Голос меняет по-разному. Тембр голоса меняет. Молодец. Музыка очень интересная. Ускоренная версия. Интересно звучит ускоренная версия, да? Да, так часто делают на основную, например, на основной трек еще ускоренную версию дополнительную. А почему? Ну, это такой, так придумали, да? Такой тренд. Интересно, ребят, классно, мне звучит, очень понравилось. Под ваш трек танцевать очень хорошо, удобно. Голос меняешь, молодец. По-разному звучит голос. Красивый голос, музыка красивая. Танцевать можно, подпевать можно. Трек о любви, ребятки. Baby, я тебя люблю. Мне нравится, ребят, почему? Интересно сделано. Чувствуется, знаете, стиль. Понимаете, стиль какой? Модный стиль, да. Хорошо звучит все. Придумано классное. Танцевать хочется, ребят, и держит зрителя, понимаете? И хочется слушайте, подпевать. Да. Ребят, хочется подпевать, понимаете, ребят? Молодец, шикарно все сделал. Пиши, не останавливайся. У тебя классное направление, да. Очень интересно звучит ускоренная версия, тоже мне очень понравилось. Я с удовольствием танцевала, пела, мне все понравилось. Молодец. Творческие успехи тебе хочу, чтобы у тебя были. Пиши многое. Мы тебя с вами слушать будем. Пиши классную музыку. А продолжай двигаться будет дальше. Да. Двигайся дальше, продолжай писать. Мы тебя с удовольствием будем слушать. Ну что, друзья, пока, мои хорошенькие.